все, да? Ну, за всех, но еще можно. Алексей Александрович, ваш комментарий, пожалуйста, по сегодняшней игре. Сыграли вторую подряд ничью. Вроде по содержанию игра получилась достаточно насыщенной. Хотели выиграть, не получились. Многие моменты в конце игры, то есть когда соперник усилил заменами игру, нам это сделать не удалось, к сожалению. Ну, можно сказать, потеряли 2 очка или одно приобрели? Я бы сказал, что потеряли. Может быть, у соперников другое мнение, но это мое. Такая игра, да. Вопросы? Спасибо. Ну, хоть концовочка. Боевая игра. Такая, в общем-то, не похоже, что обоим командам ничего не нужно было команде. Как-то и Ставрополь стремился к победе. Ну, в общем-то, старались играть организованно, но думаю, что над мастерством своим футболиста я сейчас сказал, что надо работать. Это мастерство, это не только умение остановить мяч. И уметь играть в команде, думаю, работы очень много. Ваших ребят многие знают уже, достаточно опытные футболисты. И задачу решили по сохранению команды. Хотя сегодня я так думаю, что во второй лиге так мало команд, что... И с удовольствием, наверное, лига бы приняла еще команду. Так, к концовку сезона смотрим, не с призмой результата, а к концовку сезона смотрим на то, над чем надо работать, как мы играем, как прошли эту часть, где надо усиливаться, и руководство об этом мы говорим, и, в общем-то, надеемся, что что-то поменяется. Для этого вот я везде говорю, что моя командировка сюда такая, она как ревизия, над чем надо работать, как мы направляем двигаться. Поэтому просто комментарии одного матча очень трудно. Вот так, ну, вполне закономерно. Все, спасибо.